За титул чемпиона WBO среди молодежи в легком весе до 61,2 килограмм по профессиональному боксу. В синий угол ринга приглашается боец из города Фудзи, Япония. Дайки Ичикава! Рингу 2番なんかない。俺が1番だ。Ну что ж, дорогие друзья, Дайки Ичикава или Ичикава, кому как больше нравится, движется сейчас в ринг. На его счету 9 побед. 7, и секундочку, 7 из них нокаутом. Очень бьющий парень. Всего 2 поражения, одно досрочное. Очень молодой, кстати, для такого количества поединков. Боксер на его счету, простите, 21 год. 21 год, да. На его счету 21 год. И является профессионалом 2014 года. Да, совершенно верно. Для Дайки это первый выезд за рубеж. Вообще. До этого он все свои бои проводил в Японии. Да, и в частности в Россию тоже впервые в качестве боксера. Может быть, он как турист когда-нибудь ездил, но в качестве боксера впервые Дайки поехал. Вот свой предыдущий бой он провел в апреле и победил его техническим нокаутом. Да, победил своего соперника техническим нокаутом. В очередной раз доказать, что умеет. Вообще, 3 предыдущих боя подряд выиграл. Досрочно. Для такой победной серии он сейчас выходит, да, на этот поединок. Красный угол ринга приглашает его соперник. Боец из города Санкт-Петербург. Мухаммад Якуба! Ну вот он, Мухаммад Куча Якубов, про которого мы уже немножко рассказали. 21 год, как мы уже говорили этому спортсмену. 7 боев на его счету. Все коллега победы. Уже 22. 22 года. Да, прошу прощения, 22 года. Не первый поединок у Мухаммад Кучи в этом году. А если совсем быть точными, то третий раз. Третий, да, абсолютно верно. В феврале 2017 года победил опытного колумбийца Йогля Эреро по очкам Мухаммад Куча Якубов и отстоял свой пояс WBC Asian Boxing Council Continental. А в своем предыдущем поединке об этом расскажет Сидираков. Боковые судьи: Семен Стахеев, Виктор Панин, Пенит Паятсав, Таиланд. Супервайзер WBO Игорь Мазуров. Представляю вам соперников. В синем углу боец из города Фудзи, Япония. Ему 21 год. Рост 173 сантиметра. Профессиональный рекорд. 11 боев. 9 побед, 7 нокаутом, 2 поражения. Дайки Ичикава! Встречайте его соперника в красном углу ринга. Боец из города Санкт-Петербург. Ему 22 года. Рост 165 сантиметров. Профессиональный рекорд. 7 боев. 7 побед, 4 нокаутом. Чемпион WBO среди молодежи в легком весе. Не знающий поражений. Мухаммад
Влад Якуба. Рефери Ираклий Малазония. Ну что ж, боксеры представлены. Два бьющих бойца. 9 побед, 7 из них нокаутом у Ичикавы. И 7 побед, 4 нокаутом у Мухаммад Хучи Якубова. Возраст, вес, рост, размах рук и послужные списки бойцов только что на ваших экранах. Гораздо выше ростом, на 8 сантиметров. Японский боксер. Посмотрим, воспользуется ли он этим преимуществом. Джеба начинает японец. Уперся пока в центре ринга. И попадает сейчас справа. Якубов попытался добавить слева, но несколько выше ударил. Хорошая стартовая скорость у Якубова. Очень хорошо он работает на ногах, быстро стартует. И в стойке левше он работает. Это тоже определенные проблемы для его соперников. Да, является левшой Мухаммад Хуча. Причем быстрым таким взрывным левшой, который работает именно вот так вот скоростно на ногах. Да, ну, весовая категория, в принципе, она подразумевает именно эту весовую категорию. Ох, и точное попадание. Опа! Это очень тяжелый нокдаун. Тяжелый нокдаун. Ну, у Якубова есть шанс закончить бой досрочно. Очень много еще времени в первом раунде. Времени очень много есть, хороший шанс. Мы видим, как полетел Якубов на соперника. Оп, попадает слева Мухаммад Хуча. И еще раз слева, и туда же. Добавляет Мухаммад Хуча. Левый по корпусу, правый боковой. Штормит японца. Но здесь чуть-чуть убавить бы размашистость. Более прицельно работать Якубову. Но японец... Хорошее попадание снова. Тогда он очень тяжелый. Но это может быть даже нет. Пытается подняться. Да. Храбрый японец встает, но так шатает, пошатывает его. Готов ли ты продолжать? Да, говорит японец. Ну. Отличный удар по туловищу сразу же наносит Якубов. Да. Снова попадание. И еще один. Все, да. Правильно. И останавливает поединку. Победа нокаутом. Нокаутер нокаутировал нокаутера. Простите за тавтологию, но это правда. Это зрелищный факт. Первый раунд. Прекрасный первый раунд. И Мухаммад Хуча Якубов успешно отстоял уже в первом раунде свой пояс чемпиона мира среди молодежи по версии WBO. В очень тяжелом состоянии японский боксер. И мы на самом деле, наверное, в первую очередь хотим, чтобы было все хорошо у японцев в плане здоровья, конечно. Здоровье боксера превыше всего. Много тяжелых ударов он пропустил сейчас. Поднимается японский боец. Мы слышим, аплодирует ему зал. И мы видим наиболее яркий момент этого... первого и единственного нокдаун, да. Хорошо встретил Якубов, жестко причем. Прекрасно, да, таким жестко. Правым боковым. После третьего ох, какой левый в разрез. Ну, левша. Все сделал по классике. Довернул пяточку, уложил корпус, пробил навстречу. Ох, и вот это точное попадание снова. Ну и так пренебрегал, мягко говоря, защиты японский боксер, за что и поплатился. Да, он практически, ну там не было никакого блока. Руки были внизу. Руки были низко опущены. Ну вот пришел в себя Даики Ичикава. А мы ждем официального объявления победителя. Вы все прекрасно знаете, кто это. Мухаммад Хуча. Уважаемые дамы и господа, на первой минуте 50-й секунде первого раунда победу техническим нокаутом одержал и сохранил титул чемпиона WBO среди молодежи. По-прежнему непобежденный Мухаммад Якубов! Ну что ж, поздравляем Мухаммад Хучу Якубова с этой победой. А японскому боксеру мы желаем скорейшего восстановления и выздоровления. И, конечно же, уважение в любом случае. Мы видим Игоря Мазурова, который вручает пояс. Успешно защищенный Мухаммад Хучу Якубову.
И фото на память. Да, счастливо. Спасибо большое.